Инженер технического отдела «Газпромдобычи Ямбург» Анастасия Павлова провела интеллектуальную игру для младших школьников на тему энергосбережения. Мероприятие прошло в рамках акции «Вместе ярче», которую реализовали на средства городского бюджета по итогам конвейера проектов молодежного форума «8-бит». Мы поставили для себя задачу рассказать школьникам о важности энергосбережения, о том, как простые способы, простые методы в быту могут позволить сэкономить электрическую энергию, принести пользу не только семье, но и в целом нашей планете. Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче» проводится при поддержке Министерств энергетики, просвещения, науки и высшего образования России, Росмолодежи, Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В этом году мероприятия проходят по всей стране и включают в себя семейные праздники, флешмобы, игры, лекции, семинары и экскурсии.